Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi 9T перейти в режим Recovery. Для этого, в первую очередь, выключаем наше устройство. И затем, после его полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. После того, как экран загорелся, можем отпустить кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. И таким образом мы попадаем в режим Recovery. Здесь в режиме Recovery используем кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор. У нас здесь имеются такие опции, как Reboot, Wipe Data и Connect with Mi Assistant. Если же вы хотите выйти из данного режима, выбираем Reboot и затем Reboot to System. И после этого устройство будет перезагружено. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!